Сейчас будем делать. Я купила сегодня такое тесто. Уже готовое. Курасончики будем делать с chocolate chips. Вот. Было по скидке сегодня в Ноуфриле по доллару. Я взяла 2, но сейчас возьму, сделаю из одного просто деткам такие курасончики с chocolate chips. Короче, я вам покажу. Очень просто. Только духовку включил, нарезал, разложил, да что такое. И, в общем, короче, сделал. Так что все, будем это делать. И потом мяско еще на завтра будем делать. И... блин, еще столько всего делать. Так, стирку развесила, это сделала. И Дошка занимается с Костей математикой. Костя, как там мое видео поднялось? Что, Костя, там поднялось? Нет, еще. Еще нет? Вот тут у нас мадам. Вот то, что мы будем сейчас делать. Мы будем раскрывать. Так, здесь, да. Вот так, по кругу. Раскрываем. Так. И что дальше у нас тут? Угу. Что дальше? Вот я его раскрыла. Теперь нужно вот так руками его раскрутить. Так, press on line, twist to open. Вот здесь такой вот есть line, и мне нужно на него нажать. Вот видите, я нажимаю пальцами, он вот так вот, видите, здесь такой надрез есть. Вот я хорошо нажимаю, а теперь прокручивать, чтобы открыть. Вот в сторону стрелочки. Вот сейчас должно хорошо быть. Все, вот оно. Я нажала. Вот. Открылось. Так. 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 Опа. Вот такое вот тесточко. Видите, вот оно. Видно, что оно скрученное. Сейчас немножечко капелюшечку муки. Поверхность. Так. Я его сразу просто... тесто у меня было не сразу с морозилки, я его выложила, чтобы оно полежало слегка. Вот. И мы сейчас его вот так раскрутим. Здесь уже надрезы для... курасончиков, чтобы сразу только нарезал и скрутил. Видите, оно уже сразу нарезанное. То есть вот так разрезаешь и скручиваешь. Сейчас я вам покажу, как. Так, раз, два, три. Сейчас, подожди, Габи, не кричи. Габи будет сейчас делать. Сейчас. Четыре. Идо, ты идешь или мы уже закончили почти? А? Как всегда. Так. Габичка, залазь сюда. Вот так. Ау, Лекс. Лекс, осторожно, извини. Залазь. Смотри, как мама делает. Не-не, ручками не трогай. Пожалуйста, ручками это не трогай. Смотри, вот мама берет вот так, ложи. Вот столько штучек. Так, ложи. Вот здесь ложи, вот здесь чуть-чуть. Пита. Золотая раскладывай, да.
Ложи, моя зайка, ложи. Мам? Вот здесь и ставь, вот здесь последний. Вот Люфия, а зайка. Все, пока плиточку разогреваю. Я делаю еще другую. Так, Габочка, теперь смотри, что мы делаем. Так, здесь мама уже приготовила. Так, теперь мы возьмем и вот так вот. Вы можете еще добавить то, что вы сюда хотите. Вот. И вот так вот мы сейчас просто берем и скручиваем. И у нас получился вот такой курасончик. Молодец! Молодец! И омлет. Да, молодец. Омлет. Молодец. Омлет. И мне так. Не, вот здесь отсюда, с этой стороны надо крутить. Вот, вот так. 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 Ну, мама, как? Сейчас я тебе помогу, сейчас. Не Габи, так. Габик сам. Ну, хорошо, смотри, как знаешь. Так. Молодец. Это. Не, не три ручки, потому что на пол падает. Так, сейчас. Ой. Тесто просто немножечко перетолкнуло. И Габи? На, вот этот кусочек для Габи заматывай, а этот мама замотает. Вот этот мама. Этот мама замотала. А Габи next one. Молодец. Молодец. Все. Вот так. Все, иди садись с папой. Ай, когда будет готово, я тебя позову. Отнеси стульчик. Так, все, вот у нас 8 штук вот такой упаковки. В принципе, вы можете использовать это тесто как хотите. Не обязательно из него делать круассаны, как сказано. Да, вы можете делать любую другую выпечку. Но просто это очень-очень удобно, это быстро. Вам не нужно стоять, выготавливать что-то там, настаивать это тесто. Фирма это очень хорошая. Вот, Пилсбери. Все. Теперь только мне нужно почитать, сколько оно должно здесь делать со временем. Да, вот здесь есть инструкции. Да, 375. Так, на 180 градусов, как 8. Triangles bake 10 to 20 minutes. Или до golden brown цвета. Ну, все, 10-12 минут. Они будут у нас готовиться. Покажем вам результат. И готово. Вот какие они хорошенькие. Прелесть, боже мой, они такие мягкие, вау, класс, это супер просто вообще. Я когда-то в Израиле давно покупала, делала, здесь, по-моему, один раз, нет, здесь печенька делала, кстати, печенье, у меня есть видео еще о Габи, было, по-моему, 10 или 11 месяцев, мы делали в этом доме уже, я вставлю это видео здесь. Все, сейчас подостыну, это можно кушать чаем, классно, быстро. В общем, ребята, реально, 10 минут, и вот у вас десерт к гостям, например, если вдруг ничего нету. Поэтому в морозилке желательно, чтобы валялось всегда такое тесточко. И неважно, его можно ничем не начинать, просто скрутить, и будет пустое. Просто, я не знаю, туда корицы насыпать, просто несколько там щепоток сахара. Ну вот ягоду, все, что вашей душе угодно, можно туда внутрь мазануть слегка и вот скрутить, пожалуйста, такая прелесть. Сейчас буду по рецепту своей подписчицы из Монреаля, хорошей, Юленьки, без фамилий. Фамилию просили не называть.
Буду пробовать делать мясо на завтра. Значит, в принципе, соль, те приправы, которые она мне показала, они у меня иногда есть, иногда нет. В данный момент не все. Поэтому, значит, лук, чеснок у нее был сухой. Я просто нарезала чеснок кружочками, чтобы он все отдал, но чтобы на мясе его как бы не было. Крупный перец, вот это у меня смесь есть... всяких. Тут тоже есть и сухой чеснок, и соль, и разные, короче, разные сизонинги. Копченая красная паприка, соль и, естественно, само мясо. Вот оно, красава моя. Сейчас я его помою, нарежу и в пакете буду мариновать. Вот в этом пакете, в зиплоке поставим и на ночь будем, в общем, все перемесим. А еще здесь несколько капель масла растительного. Ну вот, будем пробовать. Так, все. Я его перемешала отдельно. Вот все там, и лук у меня, и белый, и синий много, и мясо, и все приправы. Все это смешано. И я отправляю это в холодильник. Я добавила немножко масла, но, если честно, признаться, я еще и лука сюда, уксуса накапала немного. Габи, пожалуйста, не надо выйти, хорошо? Сейчас. Все, холодильник, до завтра. Сейчас у нас уже время 7 часов. Я нагреваю духовку. Буду делать... картофельный пирог, в общем, тот, о котором я говорила, один большой драник, Костина любимое блюдо и хороший перекус на выходные. Значит, можно бросать туда абсолютно все, что вы хотите. Я имею в виду, можно ложить морковку, можно не ложить, можно класть, не класть, можно чеснок, можно без чеснока. Но я люблю и чеснок, и лук, в данном случае даже двух цветов. Конечно же, много картофеля, обязательно у меня будет там майонез, яйца, немного муки, соль, перец. Ну, в принципе, и все. Берете свою форму, в которой вы будете это делать, смазываете ее растительным маслом. И всю эту смесь выливаете. Я это делаю проще. Беру просто блендер, который для смузи, в нем все это скручиваю, выливаю. И, в принципе, на 40-50 минут в духовку на 200 градусов, 190-200. И поехали. Быстро, ну, можно сказать, даже полезно. И Костя очень любит его. Это на любителя, это не всем нравится. Например, я его не очень люблю. Вот. Но когда он свежий, горячий, это супер. Но и холодный, он супер. То есть Костя его, если холодным, он его даже не греет. Так что это такая еврейская закуска. Так, значит, практически уже все скручено. Вот вся смесь уже скручена. В конце добавила еще пару карташин. Несколько ложечек с чайных майонеза. Перец, соль, 2 яйца. Когда все это скрутится... Я вылью эту массу прямо вот в то блюдо, где это будет делаться, и там уже смешаю вместе с мукой. Так, все, у меня уже все, я перелила в форму, которая смазана маслом. А дальше у меня я насыпала муку, и вот сейчас смотрите, как я делаю. Я ее вот так вот просто вмешиваю. Кто-то может сказать, что, Инна, ты занимаешься порнографией, смешая это в отдельные миски, но зачем мазать посуду? В этой же посуде и вмешиваем. Все вот такими круговыми движениями все вмешали аккуратно по сторонам. Оно все равно разойдется, оно все равно поднимется. Все это будет выглядеть просто шикарно. Значит, здесь сама муки много не нужно, потому что, во-первых, ну, сама картофель сам по себе, это уже и есть клей, да, плюс 2 яйца. Вот, просто чтобы ничего на стеночках не осталось. И оно все красивенько у нас уляжется. Все. Все, вот это здесь протру, чтобы ничего не осталось. Все. Все. У меня уже как раз тут все накалилось. Поехали. О, духовочку. Все. На часок, в принципе, ну там в зависимости от духовки. В зависимости от духовки у всех разные. У кого-то 40 минут, у кого-то 50, у кого-то даже может больше часа. В зависимости, у вас стекло, не стекло, керамика, какая посудина, сама толстая, сковородка, что у вас. Это все связано. В общем-то, это пока что было все. Время у нас уже 7:30 вечера.
Надо будет укладывать уже скоро детей. Все, уже приготовилась. Костя уже себе взял, отковырял. Ой, на сегодня буду уже заканчивать. Спасибо, что были еще один день с нами. Габи уже спит, и Дошка сейчас будет укладываться. Желаю вам доброго утра, хорошего дня, хорошей недели рабочей, трудовой и спокойной ночи.